Безопасность пешеходов Мирного обеспечат два мальчика. Правда, они не настоящие. Вечером 14 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе в районе первой школы установили фигуры из пластика и алюминия. Поверх макетов нанесена светоотражающая пленка, поэтому водители заметят метровых мальчиков и днем, и ночью. Макеты установили по инициативе депутатов городского совета и главы города, чтобы повысить бдительность автомобилистов и не допустить случаев детского травматизма. Данное решение экспериментальное, говорят в мэрии. Если его поддержат горожане, то такие же макеты появятся на других нерегулируемых пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений. Нужны ли такие фигуры у мирнских школ? Поделитесь своим мнением в комментариях.